Добрый вечер. В ночь на 4 августа на всей территории Латвии становится зона осадков. По прогнозам, дожди сохранятся и в первой половине дня. Затем они будут лишь в отдельных городах. Днем усилится ветер, его скорость составит от 6 до 15 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит 16-18 градусов тепла. После полудня ждем от плюс 19 до плюс 23 градусов. В Риге ближайшей ночи температура составит плюс 16, плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23. Всю ночь в столице будет идти дождь, но уже к обеду осадки прекратятся. Порывы ветра завтра достигнут 12 метров в секунду. Митинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Хорошего вечера и до свидания.